Всем добрый вечер. Еще раз спасибо, что пришли. Спасибо, что интересуетесь своим здоровьем. Да, как врач говорю. Вот. И хотел бы спросить, кто-нибудь был на моей лекции по поводу суставов, связок и так далее? Не все, да? Не все. Поэтому чуть-чуть кое-какие моменты придется повторить, да, потому что они будут ключевые в понимании того, для чего вообще нужно, да, раскатываться и что это дает и как для чего это надо. Вот, соответственно, с чего мы начнем? Начнем мы с того, что медицина шагнула очень сильно вперед, и при большом шаге вперед, а потом на западе что-то шаги эти происходят, посмотрела сильно назад. И посмотрела она на то, что раньше, да, был холистический подход к человеку. Человека не разбирали на запчасти, не было там доктора правой ноги, доктора левой ноги, доктора печенки, доктора селезенки. Да. Был как-то более холистический подход, взгляд на организм в целом. Вот, больше стали смотреть на йогу, цигун и остальные древние практики тела. Да. Вот, и такие там уважаемые люди, как Дэвид Лив, наверное, вам ничего не говорит это имя. Вот, ну, он очень уважаемый человек. Это функциональный врач 91-го золотого чемпиона олимпийского в Америке. Да, ну так, уважаемый человек. Совсем недавно вот семинар у него был. Все больше приходит к тому, что действительно тело нужно рассматривать как единую систему. И как единство этой системы, да, выражение единства этой системы – это связь всех наших мышц. И на самом деле не только мышцы, да, на самом деле всего организма, но мы сегодня просто будем рассматривать именно мышцы, в виде определенных цепей, мышечных цепей. Кто не слышал про Майерса? Мышечные поезда? О, отлично, есть, есть. Даже читал. Даже читали, отлично, замечательно. Соответственно, товарищ Майерс выделил, что мышцы никогда не сокращаются поодиночке, да? Мышцы всегда сокращаются определенной цепью. Как и растягиваются, да? Если вы начинаете опускаться вниз, у вас растягивается не только задняя поверхность бедра, но у вас растягивается что? И икроножная мышца растянется, и спина растянется, и шея, согласны? Вот. Так и при принятии нагрузки, да? Когда вы принимаете нагрузку, например, поднимаете чемодан, вы это делаете явно не одним бицепсом там, или там, широчайшей мышцей спины, да? Вы это делаете целой группой мышц. Мало того, что целой группой мышц, что бы вы ни пытались поднять, вы стоите на земле. Да? Обязательно включаются и стопы, и ноги, и все, весь остальной корпус, и вообще, в принципе, да, включается все тело человека по определенным силовым линиям. Майерс выделил определенные силовые линии, он очень так активно изучал йогу. У тебя, кстати, есть картинки Майерса? Потому что в Бюске, к сожалению, у нас таких красивых картинок нет. Щелкнешь? Угу. Вот, и, соответственно, Майерс, он изучал очень активно йогу, да, и выделил такие цепи растяжения, так скажем, да. Это функциональные единства мышц, которые идут, да, скажем, одной цепочкой. И при натяжении, при напряжении в любой части этой цепи, напряжение передается на всю цепь, и вся цепь начинает меньше адаптироваться, да, к нагрузкам. Я думаю, что попробуйте как-нибудь такой замечательный эксперимент. Как видите, задняя цепь начинается на стопе, на плантарной фасции. Если слышите, что плантарная фасция стоит, если не слышали когда-нибудь, зайдите ко мне на лекцию по болячкам. Вот, соответственно, здесь плантарная фасция. Можно попробовать наклониться, раскатать дальше плантарную фасцию скалкой, как рекомендуют наши ортопеды. Вот, наклониться снова, у вас одна рука уйдет значительно ниже. Если с двух сторон, то вы сможете увеличить наклон до 15 сантиметров, да, при работе только с плантарной фасцией. Соответственно, на любом участке цепи напряжение, да, будет давать, ну, снятие напряжения будет давать дополнительную флексию. Вот, это товарищ Майерс. Был еще замечательный товарищ другой, ну, он еще живой, старенький, правда, товарищ Бюске. Извиняюсь, что нет большого слайда, я не думал, что у вас будет так много, но я думал, что камерное, маленькое мероприятие, буду ходить, книжку показывать. Вот, соответственно, если... Всем видно? У него 12 томов вот таких. Вот, соответственно, товарищ Бюске говорит немножко о другом моменте. Посмотрите на ноги. Видно? Вам вот эта линия, вот эта вот, ничего не напоминает? Если рассматривать зоны, ну, так сказать, проблем, болей и неприятностей, которые бывают при беге. Плантарная фасция. Считаю, она через ахилло,
ахилл, икроножка, собственная связка надколенника, квадрицепс, да? Колено, да? Вот. Потому что Бюске больше рассматривает именно функциональную мышечную цепь, то есть как мышца принимает нагрузку. Да? И здесь действительно немножко по-другому происходит. Да? То есть если Майерс показывает передачу на заднюю поверхность бедра, то происходит при наклоне, то при нашем беге что происходит? Пружинение, да? И передача мощности пружины с задней поверхности перекидывается на переднюю и уходит по квадрицепсу. Соответственно, давайте рассмотрим разные немножко техники бега. Да? Если человек бегает с пятки, да, то давление будет больше, ну, в большей степени распределяться как ударная волна вверх, да, по жестким структурам. Кости, суставы. Да, и фактически амортизация будет, гашение ударной волны происходить за счет либо амортизации пятки, да, в кроссовке, а дальше она будет распределяться по суставам и костям. Если человек сгибает ногу и приземляется на пружину, да, то он распределяет то же самое давление, только по другим структурам. И распределять их будет по сухожилию-связочному компоненту, то есть по сухожилиям и связкам. Понятно, да? Отпружинивать. Соответственно, чем будем отпружинивать? Будем отпружинивать изначально сгибатели-разгибатели пальцев, они включаются одновременно, как ни странно. Да? Вот как вот мы на полуносочке, и сгибатели, и разгибатели включены одновременно. То есть это вот здесь, это что у нас здесь там? Надкостница, бобо, да? Разгибатели, стопы и пальцев, да? Это что, икроножная мышца и какие еще? О, ахилл почти что. Ну, камбл, да, можно сказать, третья, да, третья головка квадрицепса этого икроножки. Вот, соответственно, дальше ахиллово сухожилие, да, пружинец, плантарная фасция, плантарная фасция – это плантарный фасциит, да, перегрузка вот этих вот замечательных мышц, тендон расколотой голени, боль, да, здесь, там, надкостница, боль здесь. Дальше, икроножная мышца – это забитая икроножка вечная, да, потому что ей отпружиниваем. Дальше переходит не по Майерсу, а по Бюске на переднюю часть и сразу идет в собственную связку над коленем. Кто-нибудь болел здесь под коленом? Ну вот, над коленем чашечка, а вот здесь ниже такая вот, как, знаете, так вот, пружиночка такая, прям под коленом. Это за собственная связка надколенника. Потому что дальше мощность переходит в пружине на нее, да? Соответственно, надколенник и квадрицепс. Да. Это основные зоны как раз-таки проблем, да, которые мы встречаем при беге, как только мы начинаем подпружинивать. В чем плюс? Плюс в том, что сухожилия и мышцы значительно лучше адаптируются, чем суставы, потому что у сустава нет такого механизма для адаптации к нагрузке. Потому что сустав больше костная ткань, и, соответственно, при постоянном получении нагрузки на сдавление, с ним будет происходить артроз, да, изменение суставной поверхности по виду. Вот, соответственно, сустав не может там нарасти активно, там, обрасти мышцами вокруг. Ну, обрасти мышцами может, но так увеличиться в размерах резко и заплотнеть не может. Вот, соответственно, при работе, да, с амортизационной системой, когда мы даем нагрузку на амортизацию, связки и мышцы, они лучше адаптируются, ну, у них больше возможностей к адаптации, к нагрузкам. Да? Вот, соответственно, большая часть проблем, связанных с бегом вот, при немного согнутых ногах, связана с перегрузкой вот этой амортизационной системы. Да? Плантарная фасция, ахилл, икроножка, связка надколенника, надколенник, квадрицепс. Вот эта вот линия, так можно сказать, да, она в основном перегружается, и на нее приходится основной удар. Вот. Каким образом выглядят чаще всего все эти боли? Да, как отличить цепные перегрузочные боли от других видов болей? Они почти всегда звучат жалобы у пациентов так. Я вот тут бежал 10 километров, и вот на 10-м километре начало ныть, потом что-то ныть сильнее, потом перестал бежать, вроде прошло. Потом начал бежать снова, уже через 7 километров что-то почувствовал, потом уже начал болеть чуть подольше, потом, значит, через 3 километра почувствовал, опять уже там уже денечек болит, потом уже что-то как-то побежал метров 500, уже болит, и уже потом 2 дня болит. Были такие жалобы у вас? Ну, такой характер развития ситуации, я бы так сказал, да? И перегрузочные боли, они выглядят обычно вот так, да? А если же мы получаем травму, обычно травма, она, это стартовая боль, то есть вы встали со стула и поняли, что все болит. Да? И каждый шаг обычно все больно, все плохо, там,
Вот, то есть нет такого, что если человек пришел, там, скажем, говорит, знаете, у меня там на 42-м километре что-то я там почувствовал немножко. Это явно совершенно не травма, да, то есть это какая-то все-таки ему чуть-чуть, ну, потренироваться, чтобы, да, и на 42-м километре его сухожильно-связочный аппарат был хорошо адаптирован, подготовлен. Поскольку мы все бегаем не всю жизнь, да, с самого рождения, там, бегаем, поэтому места прикреплений мышц, да, сухожильные вот эти прикрепления, и наши мышцы, они не адаптированы к большим нагрузкам такого плана. Поэтому мы потихонечку начинаем, да, адаптируемся, и давая нагрузку, мы даем понять организму, что нужно усилять эти места. Но на это нужно что? Время. Согласны? То есть, ну, не может организм быстро все там нарастить. Да, и мышцы, и связки, и укрепить место вращения связки в кость. Быстро это произойти не может. По двум причинам. Первое, организму нужно понять, что вы всерьез занялись бегом. Да, потому что если вдруг вы подняли ящик, организм понял, о, ничего себе, мужик поднял ящик, надо срочно ему там все укрепить. А потом как бы он один раз ящик поднял и все, и сел, сидит. Да, и больше вообще никогда ящики не поднимает. То есть надо убедить организм в том, что вам надо таки что-то укреплять. Вот, то есть это требуется время на убеждение. Вот, во-вторых, требуется время на просто поступление питательных веществ и доставку в нужное место. Да, требуется время на то, чтобы насинтезировать нужных строителей, отправить их туда, чтобы они там начали работать. То есть это все время. Время и постоянная небольшая стимуляция этой зоны, чтобы было понятно организму, что ее нужно отстраивать. Да? Вот. Соответственно, чаще всего мы видим проблемы на местах переходов. На местах переходов и местах креплений мышц, где связка прикрепляется к кости. Чаще всего перегрузочные проблемы являются там. Да, то есть, что такое пяточная шпора и плантарный фасциит? Это проблема места прикрепления плантарной фасции, да, вот этого места, к пяточной кости. Дальше, да, что такое там ахилл-тендинит, да, ахилл-бурсит, все эти дела? Это проблема с ахилловым сухожилием, это место прикрепления икроножной мышцы. Да? Под коленкой болело когда-нибудь? Вот там, вот. Плохо колено разгибает. Вот, это место прикрепления, да, икроножной мышцы к под коленом, да? Соответственно, собственная связка надколенника – это место прикрепления квадрицепса к большеберцовой кости. То есть это все места прикреплений. Да? Почему именно они? Потому что когда приходит амортизирующая нагрузка, что происходит? Мышечное брюшко и сухожилие, да? Они его получают, они пытаются удлиниться, как резинкой сделать. Да? Соответственно, мышечное брюшко имеет определенный тонус. В качалку когда-нибудь ходили, забивали мышцы. Замечали, что забьешь мышцы, они как бы коротенькие, пухленькие. Сокращаются. Вот. Соответственно, если мышцы сокращены, напряжены, то при приходе нагрузки рывковой происходит что? Брюшко мышцы не может удлиниться за счет того, что оно сжатое, да? А кому-то нужно работать. Вот. И работают что? Сухожильные присоединения. На них приходит значительно большая нагрузка. Поэтому, да, для того, чтобы хорошо адаптироваться, хорошо начать бег и продолжать его, и спокойненько развивать вот эти места прикреплений, да, укреплять сухожилия и не испытывать вот этих перегрузочных проблем, нужно, чтобы мышцы были такие растянутые, удлиненные, да, эластичные. Чтобы когда приходил вот этот вот амортизирующий удар, он распределялся не столько на сухожильные компоненты, сколько на мышечное брюшко. Идея простая достаточно. Вот. Соответственно, для этого используется обычно несколько видов, так сказать, воздействий. Да? Первое – это что такое, что все слышали? Спортивный массаж. Да? Что еще используется? Растяжка, стретчинг, да? То есть когда удлиняют. И как вот относительно новое веяние, да, которое тоже очень хорошо помогает, это как раз миофасциальный фитнес. То есть раскатка, самостоятельный самомассаж, грубо говоря, на фасциальном ролике. Что он делает? Фактически это идет массаж, промассирование, да, тех мышечных цепей, которые нам наиболее важны для амортизации. Конечно, можно катать все тело со всех сторон, да, но это единственное, ну, занимает время, опять же, да, и, ну, скажем, не нужно катать везде, нужно катать там, где надо. Вот, и, соответственно, где надо? Как вы думаете, по Майерсу, по Бюске больше? И там, но все-таки Бюске будет здесь интересней. Да? Бюске будет здесь интересней, потому что как раз Бюске говорит о мышечной нагрузке.
И вот очень простой пример, да, ко мне приходит человек, ну, ко мне часто приходят бегуны лечиться, соответственно, приходит и говорит, вот у меня надколенник, да, вот здесь под надколенником болит. Не под ним там совсем, это ретропателлярный артроз, да, а ниже, вот, где, собственно, связка. У меня беговая дорожка в кабинете, я ставлю беговую дорожку, открываю, говорю, давайте пробегитесь. Ну, он бежит, чувствую. Вот, дальше что можно сделать? Либо, у нас два варианта, закрепить как-то связку, да, чтобы меньше дергало, либо растянуть мышцу. Соответственно, либо я, да, сначала, ну, чтобы ему показать, что надо удлинять мышцу, говорю, давайте покатаемся. Он прям ложится мне в плечо, прокатывает квадрицепс, снова бежит. Ощущение резко меньше. Да, сразу понятно, что человеку что нужно делать дальше. Почему? Потому что потом следует кинезиотейпирование, то есть поддержка, собственно, связки надколенника кинезиотейпом, да, как бы имитация ее, ну, прикрепления. Вот. И тогда боли, ну, резко уменьшаются, в принципе, да, когда место прикрепления сверху специальным пластырем таким фиксируется. Вот. Кстати, у Миллера даже есть ортезы такие, которые просто прижимают здесь. Ну, как вы понимаете, просто прижать — это не решение проблемы, да? Потому что это как бы он прижимает место прикрепления, и за счет этого меньше идет отрыва сухожилия, да, подрыва. Вот. Что лучше всего — это дело сочетать. То есть, с одной стороны, ну, есть там варианты наколенников, да, давящих, которые будут на место прикрепления придавливать, да, есть там вариант кинезиотейпов, а второе — это удлинение мышечного волокна. Причем удлинение мышечного волокна и раскатка роликами нужна не только после, потому что вот очень часто говорят, что нужно вот позанимался, забился и раскататься. Да, но хорошо после раскататься. Молочка будет лучше выдавливаться, да, межклеточное вещество, будет быстрее восстанавливаться мышца, но довольно важный компонент – раскататься перед бегом. Почему? Потому что когда мы получаем вот эту вот ударную нагрузку-то после разве, мы же ее получаем во время. А если вы встали с утра все мышцы укороченные и побежали. Вот. Что получаем? Получаем перегрузку сухожильных компонентов. Вот. Поэтому раскатка на роллере очень хороша и как подготовительный этап к бегу. Причем, что еще хорошо? Я думаю, все уже слышали о том, что тут нельзя сильно делать стретчинг без разогретых мышц. Слышали? Теперь, я думаю, уже начинает быть понятно, почему. Да? Потому что мышечное брюшко не эластично, и вы тянете прямо за сухожилие сильно. Вот. Соответственно, после роллера хорошо, можно еще и сразу делать небольшой стретчинг. Особенно, если есть какие-то уже намеки на проблемы. Да? И, в принципе, что хорошо, это превентивная медицина. То есть гораздо проще подраскататься и подрастянуться, и дать, да, своим мышцам адаптогенность, да, такую способность адаптироваться к нагрузке, чем потом идти к доктору. Вот. Буквально еще две ремарки от меня, да, дальше вступлю вместо практикам. Вот, скажу, что бы я очень бы от вас просил. Если у вас появляются боли вот такого характера, например, через 5 километров, да, не надо колоть диклофенак перед большим забегом и бежать под обезболиванием. А потом говорить, я так хорошо пробежал 40 километров, но потом на следующий день все у меня. Понятно, да? Потому что боли перегрузки ни в коем случае нельзя перекрывать на большие дистанции обезболиванием. Это прям вот большая от меня просьба, ладно? Вот. Ни в каких противовоспалительных мазей, гелей, ничего внутрь перед забегом, если у вас есть проблема, нельзя. Да, вы пробежите. Но если вы профессиональный спортсмен, от вас от этого зависит просто жизнь, вообще просто вот там, скажем, я вот работаю в хоккейном клубе ЦСКА, да, там первая пятерка, да, там под вывих какой-нибудь локтя, там хряпнули, заморозили и обратно на лед. Почему? Потому что человек получает там много денег, грубо говоря, все это очень важные матчи, там, и от него это, карьера от этого зависит, да, и потом он может влететь в Германию на своем самолете, как бы полечиться и так далее. Да? А если у вас работа связана, например, с чем-то другим, вот, и вы говорите, я пробегу, вот, и пробежали, а на следующий день не смогли выйти на работу, вот, и не смогли выйти на работу и на следующий день, и на следующий день, и на следующий день, или смогли с костылем, там, так не надо делать. Хорошо? Поэтому лучше, когда у вас есть проблемы, ее чувствовать. Это очень важно. То есть боль в этом вам поможет. Вы бежите, и вы понимаете, что, ну, как бы больно. И в какой-то момент вы можете понять, что это экстремально больно, и это не надо терпеть. Да? А под обезболиванием вы это не понимаете. Поэтому большая просьба, и так не делать. Да? Вот. А еще лучше действительно готовить свое тело к забегу. Да? После забега можно там кататься очень там долго упорно. Перед забегом прокатать хотя бы основные, да, места, которые у нас важны для бегунов.
Давайте еще раз их покажу. Соответственно, это передняя, да, группа мышц голени, вот здесь. Ну, сейчас Михаил будет показывать всякие практические штучки, потому что, да, здесь идет у нас разгибатели пальцев, да, и стопы. Это вся плантарная поверхность, все сгибатели и амортизирующая система, икроножные мышцы и квадрицепсы. И попа желательно. Это прям минимальный набор. Минимальный. Что еще довольно важно, да, очень частая патология, это синдром илиотибиального тракта. Слышали о такой штуке? Вот, соответственно, еще одна очень важная бегунская мышца, напрягатель широкой фасции. Вот здесь вот такая штучка, и она идет по боковой полосе, да, ноги. Если у кого-нибудь были боли по внешней поверхности коленного сустава вот здесь вот, при длительном беге, я думаю, у меня поймут, да. Вот. Хотя бы эти мышцы, да, должны быть раскатаны хорошо перед бегом. Растянуты, раскатаны. Вот. Соответственно, хотел бы вам представить моего коллегу. Вот. Да, кстати, хотел представить. Я же не представился, да? Вот. Хотел, да, тоже вам представиться сразу. Я доктор, невролог, вертебролог, доктор остеопатии, прикладной кинезиолог, подиатр. Соответственно, врач хоккейного клуба ЦСКА и официальный врач проекта «Love Running». Да. Всем здравствуйте. Вот, соответственно, да, сейчас я просто развиваю проект именно «RunDoc», то есть проект беговых врачей, да, врачей, которые разбираются в бегунах, они говорят им сидеть на диване и не бегать. Вот. Соответственно, вот мой товарищ со мной вместе в моей команде «RunDoc», вот, Михаил, я думаю, Михаил представится дальше сам, вот, и прошу внимания Михаилу. Спасибо большое. Если будут какие-то вопросы, можно будет после лекции подойти и спросить. Я здесь нахожусь. Хорошо? Итак, еще раз добрый день. Меня зовут Михаил Сорокин. Я специалист в области фитнеса, лечебно-физической культуры и массажа. В данный момент участник проекта «RunDoc», который возглавляет наш добрый товарищ доктор Владимир Демченко Сергеевич. И сегодня поговорим конкретно уже дальше о практике. Смотрим. Специально для вас были подобраны два вида роллов. Оп. Так, один из них имеет малое рифление датированное, шестигранное. Он легкий и относительно мягкий. Соответственно, второй у нас пожестче, да, потому что нормирован трубой и имеет несколько видов рифления. Да? Полное, узкое и, опять-таки, датированное, но уже побольше. Соответственно, для чего нам нужно? Можно разобрать для практики три основные вида применение этих роллов. Первое — это у нас разминка. Да? Разминка у нас будет приоритетно делаться мягким розовым роллом. И в приоритете будут цепи Майерса на растяжение, да? Чтобы полностью удлинить все брюшки наших мышц, чтобы сделать нас адаптированным. Дальше мы побегали. После мы уже будем раскатываться, опять-таки можно на горячую раскатываться, предположим, розовым валиком, но использовать уже, да, наши цепи биске. Почему? Потому что мы нагружали именно их. И, соответственно, третий вид — это, грубо говоря, домашнее задание. Да? Это раскатка уже на более жестоком валике, например, когда у нас уже какие-то проблемы есть, какие-то боли. Да? То есть использование для разминки и заминки этого валика будет очень хорошо для предотвращения, да, какого-либо боли. Соответственно, будь то голено, будь то плантарная фасция и тому подобное. Так, есть желающие попробовать? Итак, все виды прокатки у нас, в принципе, начинаются со стопы. Так что можно с больной ноги снять кроссовочек. Ничего страшного. В джинсах, конечно, раскатываться не очень. Да, поэтому я возьму валик пожестче. И будет нормально. Ну, сквозь джинсы. Надо же почувствовать, правильно? Так, соответственно, практически все наши раскатки бегунские будут начинаться со стопы, кроме одного случая, да, если там уже нет отека. Точнее, если там отек есть, мы уже стопу не катаем, потому что это уже будет не есть хорошо. Соответственно, во всех остальных случаях мы начинаем именно со стопы. Итак, смотрим, наступаешь на валик, датированную сторону, и с усилием прокатываешь. А скорость прокатки важна? Скорее, интенсивность. Да, то есть при хорошем, глубоком воздействии мы прокатываем размеренно, взад-вперед и с усилием. Поверхностная будет чуть побыстрее. В данном случае, да, потому что у нас есть болевой синдром, и, соответственно, надо его решать. Отлично. Ну, в среднем прокатка где-то в районе минуты длится.
Итак, смотрим. Дальше. Отлично. И теперь катаем. Смотрим. Первый вариант – точка у нас опорная нога. Подвинь ее поближе к себе. Раз. Да, и, соответственно, тебе будет легче упираться. Нагрузка у нас получается средней тяжести, да? Потому что у нас есть раз, два, три точки опоры. Соответственно, еще рука четвертая. Соответственно, на целевую зону мы воздействуем только в силу 25% собственного веса. Но, как только, готовься, мы поставим вторую ногу сверху, нагрузка сразу станет значительно интересней. Есть болевые ощущения? Чуть-чуть. Да? То есть, как бы, если мы чувствуем боль, например, сразу, да, то у нас получается, в напряжении находится мышца, которая находится ближе всего к коже. Вот-вот. Соответственно, это нет предела совершенству. Если мы вторую руку поставим вот сюда, фактически мы имеем всего две точки опоры. Есть болевые ощущения? Да. Отлично. Передохнем. Итак, смотрим. То бишь, получается, три варианта нагрузки на каждую зону. Ну, плюс-минус. Так, идем дальше. То есть у нас болевая зона находится на внешней стороне колена. Снизу мы наш участок проработали. И дальше идем выше. Болевую зону обязательно обходим, да? Ее всегда обходим. Соответственно, начинаем также по чуть-чуть, ставим ногу вперед. И начинаем прокатывать от тазобедренного сустава и до уровня колена. Да, лучше все остальное вынуть, иначе будет слишком датировано. Угу. Сначала кажется, в принципе, ничего себе. Как ощущения? Приятные. Во. Соответственно, сначала может практически ничего не чувствоваться, да, потому что затянутая мышца может находиться чуточку глубже поверхностного слоя, да, и как бы до нее нужно добраться сквозь остальные. И, соответственно, когда мы прокатываемся 20-30 раз, как ощущения? Появляются. Появляются. И мы доходим уже до основной точки проблемы. Скорее всего, как нам указал уже Владимир Сергеевич, это у нас илиотибиальный тракт. И конкретно напрягатель широкой фасции. На каком месте ролика важно? На какой зоне ролика кататься важно? В общей прокатке не важно. Это будет отдельно. Соответственно, есть какие-нибудь точки болевые, которые конкретно больно? Есть, да? А вот теперь смотрим. Убираем одну ногу. Начинаем катать дальше. И проверим, не ошиблись ли мы? Не ошиблись. То есть 100% можно определить, да, что болевая точка есть. Отлично. А вот теперь чуть-чуть передохни. Но не слезай. Да. То есть, в принципе, цельная тренировка получается часовая. Если вам кажется, что легко, это не так. Да? Соответственно, она зайдет на самую полноценную фитнес-тренировку. Итак, смотрим. На этом ролике у нас есть точечные доты. Так что давайте ими воспользуемся. Каким образом? Начинаем еще пару прокаточек в нашей любимой позе. Чтобы освежить в памяти болевые точки. Они есть, да? Все еще есть? Отлично. И теперь смотри, замираешь. На болевой точке, уже ставим нормально ногу, мы уже большие, датированной стороной. Смотрим, что это такое. По сути своей, доты здесь выступают как способ точечной амиопрессуры, да, соответственно, точечное воздействие на мышцу. Эффект, в принципе, неплохой, и он поможет нам ее конкретно расслабить. Да, но для этого, конечно же, нужно время. То есть где-то в среднем, ну, в зависимости от степени зажатия мышцы и степени существования этого самого блока. Да, то есть если мы, предположим, бац, там все забилось, мы пришли после тренировки, сразу быстренько раскатали прямо в прямом эфире, есть вариант, что блок сразу уйдет. Тяжко? Я на болевую точку ставлю. Вот. Еще одно явление, она может скакать. Да, потому что зажатая мышца, она, это по сути... У нас неадекватная реакция мышцы на нагрузку, да? И, соответственно, видите, она начинает немножко кверху смещаться. Смещается, ну, напрягатель широкой фасции. Ну что? Превосходно. Сейчас легче. Вот, отлично. А теперь встанем. Попробуй сделать приседы. Как, легче? Да. Колено чувствуется. О, чудо! Просто стыдно!
Ни в чем себе не отказываем. Да, 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 да. Как видим, да, то есть самая болевая проблема у нас была решена, ну, буквально за 5 минут. То есть, соответственно, после это могло бы уже иметь было очень весомые последствия. Итак, у кого у нас забитый икроножный? Я полагаю, у всех, конечно, но все-таки. Давай. То же самое. Начинаем всегда со свода стопы. У нас там слишком много всего, чего важно укрепиться, поэтому пропускать его было бы очень нехорошо. Соответственно, также начинаем, желательно по датированной стороне, чтобы сразу как следует было, да? И с усилием. Как от плоскостопия есть такие? Ну, типа того, да. Как ощущение? Тянет немножко дальше. Вот, соответственно, значит, что она у нас, да, наша плантарная фасция, находится в напряжении. То есть, как бы это первый признак того, что надо ее как следует раскатать. Одну ногу люди. Ставим ноги на валик под икроножную. Смотрим, да? Здесь у нас получается зона прокатки будет от начала колена, да, и начала щиколоток. Пробуем. И до куда, до сюда? Чуть-чуть, вот до сюда. Да, то есть как бы сам ахилл уже катать не надо, потому что ну, не даст нам такой площади реализации. Отличное упражнение. Да, 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 да. Не для ног. Не для ног. Не, но ногам тоже приятно. Это красная линия не для рук. Дальше или вот? Не-не, все нормально. Катаем, катаем. Как ощущение? Сухожитие машины катается, не только. Смысла нет, мы в ответе на мышцу все. То есть как бы основную длине дает нам именно мышца. Очень если... приятное ощущение. Прямо чувствуется, как вот особенно вот в этом месте. Да, 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 да. Точка приятности. Отлично. Теперь. Это как после бега, когда тянешь, и да, 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 да. Теперь закидываем ногу на ногу. Продолжаем. О, еще лучше. Соответственно, если... пошел процесс, да? Ладно, готов купить. Отлично. Вот. В чем... Вот внизу вообще ничего не чувствуется вот здесь? Да-да, а вот здесь... Во! Отлично. Отлично. Итак, а теперь... Ну, попробуем третий метод, точечный, да? Берем датированную стойку, да? Так. И теперь зависаем на ней, на болевой точке. И просто немножко держимся. Да-да-да, конечно. Да ее не найдешь, она все время скользает. Есть, такое есть. Еще немножко прокатай, найди ее. У нее не так? Во! Есть такое. Ну, действительно уходит. Да-да-да-да. Под снятием напряжение уходит. И брюшко начинает бас, мы его вытягиваем. Ну, как бы под скалкой. В общем... Вот куда вышло. Да-да-да-да-да-да. Вот, соответственно, если вдруг мы закинули одну ногу, начинаем раскатывать, мы сразу не чувствуем, казалось бы, о, как приятно, ну, там даже вообще ничего не чувствуем. Ничего страшного, покатайте 20-30 секунд. Как только раскатается икроножная, да, под ней есть сюрприз в виде комболовидной. Вот, и это, скорее всего, будет очень... Можно помедленнее тогда. Да, 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 да. Класс. Все просто. В качестве теста достаточно будет раскатать плантарную фасцию и как следует раскатать икроножную. Ну, то и стопу, да? Да, да, да. Вот именно стопу и икроножную. Ну, не то чтобы у всех, да, но явная прибавка от 5 сантиметров, она гарантирована, да, потому что у нас у всех задняя линия на натяжение, все сидим, у всех она натянута. Так или иначе, почти у всех есть какое-то либо там маленькое плоскостопие, да, и тому подобные вещи, которые очень сильно укорачивают заднюю миофасциальную линию. Хорошо. Очень сильно зависит от человека. Я преподаю в институте йога-терапии. Приходишь к йога-терапии, а ты говоришь, наклоняйся до земли, они могут лбом достать. Понимаете, да, как бы. А большая часть населения йогой не занимается, стрейчингом не занимается, поэтому я видел прибавки после раскатки, там и на 20 сантиметров на наклоне. Да? То есть человек вот так вот делает, потом как бы... При прокатке он занят. А эффект потом же пропадает, правильно? Когда вы моетесь, эффект потом пропадает? Дело в том, что миофасциальный валик, да, это занятие спортом. Ну, спортом. Спорт – это штука регулярная. Если ты один раз пробежал, это не спорт. Это ты убежал, скорее всего, в кого-нибудь. Или догнал кого-нибудь. Вот. И абсолютно любые занятия, да, спортивные, они должны иметь определенную регулярность. Иначе они как бы пропадают эффект.
Ну, то есть, если ты, например, идешь в зал, накачиваешь большие-большие бицепсы, а потом год ничего не делаешь, у тебя же тоже эффект пропадает. То есть, в принципе, эффект пропадает всегда. То есть, мы есть то, что мы делаем каждый день. Согласны? То есть, да, мы есть то, что мы едим каждый день, потому что, ну, больше-то ничего не вступает. Сколько надо кататься на валике, чтобы накрепить эффект? 15 сантиметров. Смотрите, дело в том, что о чем идет речь, да, о закреплении эффекта. Если йог не растет, ну, перестает тянуться, у него потихонечку, если это не быстро происходит, да, он становится опять ригидный. Это, то есть, ну, это нормальная ситуация, в принципе, для любого человека, да? Что значит закрепить эффект? То есть, если вы там год катаетесь и 10 лет не катаетесь, то понятно. Я имею в виду, что если ты катаешься неделю, растянулся, потом через 2 дня просто без него наклонился, ты достанешь эти размеры? Если ты покатаешься неделю, то на 2-3 дня, ну нет, даже здесь будет неделя. Неделя будет эффекта. Да, потом пойдет все равно регрессия. Если будем раскатывать именно проблемные зоны, да, предположим, хоть скалкой, во-первых, останутся гематомы, я гарантирую. Да, то есть после бутылки даже. Во-вторых, она будет слишком гладной, не будет эффекта именно раскатки, как на скалке. Да, ты будешь просто скользить по нему туда-сюда. Не сможешь ни задержаться на конкретной зоне, ни следить за болевой точкой ускользающей. То есть, как бы, ну, конкретно подержаться можно попробовать, но все-таки немножечко будет не то. Сейчас мы еще найдем пару аргументов. Можно раскатиться как-нибудь? Шпагат можно этому как следует поспособствовать, да, потому что есть адаптированный стретчинг при помощи этого валика. То есть, по сути своей, тот же самый стретчинг, да, на каких-то элементах мы используем его для дополнительного растяжения брюшка мышцы. Да. Ну сколько, грубо говоря, плюс 15-20% к результату от нашего стретчинга для растяжки, при том, что тоже фронтально, мы получим 100%. Это как временно или долгосрочно? Зависит от регулярности ваших тренировок. Ну, во-первых, есть такие же ролики, ну, типа такие же полностью без разрывления для йоги, например, да. На них раскататься особо не получится. Почему? Потому что, опять-таки, нет точечного воздействия на кожу. Да, то есть, потому что мы все равно воздействуем не только на мускулатуру, но и все подкожные капилляры, да, разгоняем кровоток, улучшаем лимфоток. Поэтому какая-то вот минимальная, это вот образец, да, минимальной датированности, с которым можно нормально раскатываться. Конкретно почему этот ролик более рифленый? Потому что он будет немножко более функциональный для более серьезных проблем, скажем так, да? То есть, если на нем мы задержимся, не будет такого именно точечного воздействия, да, на мышцу, например, на ту же камбаловидную, икроножную. Здесь можно конкретно поставить, и можно будет конкретно чувствовать, да, как наша болевая точка начинает медленно от нас уползать. Вот. Поэтому без рифленности, ну, все-таки не подойдет. Будет просто проскальзывать, ну, элементарно. А срок годности этого ролика? Срок годности на самом деле высокий. Это у нас получается микропена, называется, по-моему, Ева, если не ошибаюсь. Ну, на своем ролике я год катаюсь, ну, у меня, правда, высокой жесткости. Катать можно... Не ошибся? Нет. Это не бинопласт. Есть. Поэтому, да, потому что они общие, когда на него ложится. Ну, даже лишние здесь больше, ну да, больше от качества зависит. Эти нормальные. То есть я их катаю, особенно... Ничего такого, да. Спина? Спина поможет, но опять-таки, да, мы раскатываем нашу заднюю поверхностную линию. Кстати говоря, что о прокатке спины... Мы не будем все-таки, наверное, катать поясницу. Почему? Потому что здесь нет жесткого скелетного корсета. Да, если у нас слабый пресс, мы не сможем сдержать спину округленной, да, чтобы у нас задние мышцы спины длинные были в растяжке, и как следует их промассировать. Получим прогиб, да, и практически будем катать, ну, чуть ли не внутренние органы. Поэтому это было бы нежелательно все-таки, да, тоже как бы не тот результат. Все остальное, кстати, да, очень хорошо для поясницы, точнее, в принципе, для спины, потому что здесь, на этой цепочке, мы можем раскатать, ну, вот, кроме поясницы, все. Да, и плантарную фасцию, и икроножную, и задние мышцы бедра, и длинные мышцы спины, и даже шею. А руки? Руки? Руки – это немножко другая линия у нас получается, глубинная линия рук, да, но ее тоже можно раскатать, в принципе, свою. Как шею раскатать? Шею? Самым тривиальным способом. То есть, да, то есть, как... А? Мостик, да? Нет.
ложимся на точки, если они есть, достаточно под усилием. Да, конечно, точка — это крепление вейной линии. И просто из стороны в сторону, да, мы сможем почувствовать мышечные столбы, они будут перекатываться раз с одной точки, два. Но если сильно натянуто, даже будут болевые. В принципе своем, при особом усилии их можно тоже раскатать. Соответственно, шею раскатывать тоже очень хорошо, потому что улучшает кровоток в наш череп. А трапеции. Если верх трапеции, да, то это, предположим, можно сделать от угла стенки. Да? Как это делается? Немножко здесь будет сложно изобразить. Грубо говоря, у нас есть стенопоры. Мы подкладываем валик под трапецию и начинаем поднимать руку. Да? То есть вызываем движение искусственной трапеции. Тоже прекрасно работает, да, потому что после тяжелого рабочего дня помогает опустить плечи. Да, и, соответственно, голове становится в разы лучше. То есть мы его упираем в губы? Да. Ну, это вот единственное. Да. И начинаем поднимать руку. То есть именно чуть выше, когда у нас получается кручение в плечевом суставе, да, у нас это уже делает именно трапеция, верх трапеция. Соответственно, если нужна середина низ трапеции, то это будет уже общая прокатка на горизонтальной поверхности. Да. Поясница, ну, как факт, обычно напряжение в пояснице – это проблема не самой поясницы. Ее либо что-то сверху тянет, да, например, наши зажатые плечи, и они вытягивают длинные мышцы спины, и напряжение идет на самом нашем чувствительном участке, получается, на самом крепком. Это поясница, да. Либо у нас ноги затянуты, и, соответственно, они тоже будут сильно тянуть ее вниз. То есть лучше всего раскатать всю цепь помимо поясницы. Поясница станет намного легче все равно. Ну, ягодицы тоже надо, да, потому что у нас там находится ротатор бедра нашей грушевички, а там есть седалищный нерв, кстати говоря, до него, да, этим роликом тоже можно добраться неплохо. Соответственно, мы прокатываем всю нашу заднюю цепочку, не трогая поясницу. Можно, если очень крепкий пресс, да, и опираясь на руки, чтобы не создавать излишнего прогиба поясницы. Если мы сможем ее держать округленной полностью, то можно и поясницу. Но, как практика показывает, 9 из 10 проблемы не в пояснице. Если что-то из поясницы, будет там отдавать в ногу, например, да, но не боль в пояснице. Еще вопросы? А есть противопоказания, когда нельзя? Противопоказания, да, например, мы уже частично озвучивали, если есть опухание или отечность, да, соответственно, если у нас уже передняя поверхность голени, у нас идет опухание, как определить, да, мы нажимаем точечно, да, пальцы резко отпускаем, они остаются, следы от пальца, да? Значит, здесь уже есть скопление жидкости, значит, есть отек. Катать тут уже не надо, это уже немножко не стадия. Увы, мы опоздали. Да? И, соответственно, при каких еще условиях нельзя катать? Но опять-таки, да, это все наши суставы, связки. То есть главная мысль, что мы работаем именно с мышечной системой. И работаем именно только с ней. Вы знаете, здесь лучше иметь с собой вот тот маленький, легкий, он всего 200 грамм весит ролик, да, и брать его с собой на тренировку. То есть, почему я говорю именно об этом ролике для разминки и заминки, чтобы именно можно было брать самой и катать непосредственно. Это будет самое лучшее, да. Потому что, как в любом случае, любая разминка, ну, полчаса, она уже не актуальна. Надо разогреваться дальше. Это будет самое эффективное, да, потому что мы полностью убрали забитость мышцы, сняли туда лишний кровоток, убрали всю молочку. И потом, да, она уже свободная, хорошо адаптирована, и потом тоже стретчинг. Вообще прекрасно работает. Это вот хорошая комбинация. Итак, смотрим. Голень с двух сторон, соответственно, у нас получается. Ноги скрещены, да, чтобы не катать по кости. Раз. И после этого прокатываемся. Либо, если мы чувствуем болевые ощущения, есть второй вариант, утяжеленный, да. Он работает вот так вот. Корпус мы находим над ногой и полностью кладем на ногу. И после этого прокатываем. Два раза длиннее, ну, по большому счету, на самом деле нет. Там немножко уже другое. Длинные ролики, они больше используются в йоге. Да? Они используются для того, чтобы работать на увеличении мобилизации сустава. Увеличение его работы амплитуды и тому подобное. То есть, когда он длинный, мы кладем его полностью, ложимся на него полностью спиной, прижимаем поясницу, сводим лопатки для фиксации плечевого пояса. Да? И после этого, например, начинаем разрабатывать именно амплитуду нашего сустава. То же самое с тазобедренным, да, нашими шарнирными суставами. Вот. Конкретно к прокатке, ну, он больше роли особо не имеет, ну, разве что удобство, там, я не знаю. Попробовать там раскатать одновременно обе там внутренние стороны, да, если очень впадло.
Вот. А так на самом деле, ну, на моей практике разницы никакой. Хватит минимума. А пополам можно? Еще пополам? Чтобы он был в два раза дешевле. Что, натаскать с собой на тренировку половинку? Половинки уже не хватит как раз-таки для точечного воздействия. Да, потому что есть у нас не только у нас продольная раскатка, но еще бывает поперечная в стиле покачивания. И половинки нам уже не хватит для именно нахождения болевой точки. Ну, смотрите, в идеале он как бы работает по системе самомассажа. Да? То есть у нас есть массаж ладонный, этот имитирует пальцы, и, соответственно, это уже подушечки пальцев. Да, потому что характер смены поверхности. Да? Почему? Потому что при полной прокатке, да, позволяет хорошо почувствовать смены их, хорошо влияет на мышцу, да, такая мини-шоковая терапия. И, соответственно, позволяет, ну, иметь какую-то вариацию. Спасибо всем большое, что вы посетили семинар. Если было интересно, заходите в комментарии.